На муниципальной территории возле дома 191 на улице Ленина жители незаконно установили гаражи. Специалисты управления муниципального контроля выявили незаконно размещенные объекты, подготовили пакет документов и направили на рассмотрение межведомственной комиссии. На боксы наклеили информационные объявления. В установленный срок до 30 июня собственники гаражи не убрали, значит, некапитальные конструкции демонтируют силами администрации. На территории вот этой же самой площадки Ленина 191, где будет строиться школа и детский сад, будут убраны завтра гаражи. Это уже результат очень огромный. Обсудили члены совета несанкционированную торговлю на курортных улицах и пляжах Анапы. Общественники принимали постоянное активное участие в борьбе с нелегальной торговлей. Они внесли свои предложения в городские правила благоустройства, прошедшие общественные слушания. И такие советы микрорайона дают новый импульс к решению самых животрепещущих задач его жителей.